Медики будут проверять температуру, а полицейские следить за количеством пассажиров в автобусах и проводить разъяснительные беседы. Под Одессой обустраивают карантинные пункты. 12 пунктов пропуска устанавливают на въездах в регион со стороны Николаевской, Кировоградской и Винницкой областей. Еще 11 на въездах непосредственно в Одессу. И 3 на территории Беляевского, Измаильского и Белгород-Днестровского районов. Утром мы поехали на КПП у двух столбов и на Видеопольской дороге, чтобы посмотреть, как обустраивают блокпосты. На двух столбах дежурят полицейские и нацгвардейцы. Они контролируют количество пассажиров в автобусах, а также следят за соблюдением правил дорожного движения. Медиков, которые должны проверять температуру, на КПП мы не обнаружили. Но полицейские сообщили, что они должны появиться в скором времени. Карантинный пост установили и на Видеопольской дороге. Днем сюда подвезли бетонные конструкции. На КПП дежурят полицейские и нацгвардейцы. Температуру водителей пока никто не проверяет. Позже нам стало известно, что бетонными блоками перекрыли часть Овидиопольской дороги недалеко от 7-го километра. Свободными оставили по одной полосе в каждом направлении. Таким образом, водители вынуждены сбрасывать скорость. А на Киевской трассе полицейские перекрыли по 2 из 3 полос в каждом направлении. Периодически патрули останавливают микроавтобусы. На КПП должны появиться медработники, но когда это произойдет, пока не ясно.